the women's biathlon event here at the 2017 Winter Universiade in Almaty, Kazakhstan, two Ukrainian athletes combined for one gold, two silver, and three bronze medals. The Ukraine's Yana Bonder and Nadia Belkina cleaned up at this event, and they will head home after these games as the most decorated athletes for their country. Да, это у меня третья универсиада, но в первых двух я ничего не завоевала, у меня не было медалей, а на этой у меня уже три медали, я очень довольна. Когда я завоевала золото, у меня никаких чувств не было, у меня просто была цель просто доехать эту гонку и все. Поэтому особой такой радости я не ощутила, а после того, как вручили мне медаль, уже... Я уже поняла, что я первая, и была радостью. Это очень круто для нас, и я поздравляю Надю с золотой медалью. Это для нее очень важно. Она сильная спортсменка, и золото для нее было очень необходимым. И любой спортсмен, я думаю, должен быть доволен своими победами, наградами, и я в том числе. Это уже третья медаль, и я не рассчитывала на такой хороший результат, но на каждую гонку выходила и боролась до последнего, и очень рада, что так все получилось. Ну, ощущения, как у любого спортсмена, я думаю, главное победа и представление страны, а за какую страну ты бегаешь, это, мне кажется, нет разницы. Ну, это для страны очень нужные медали. Поздравляю всю страну тем, что мы добились стольких результатов хороших.